Виталий Купаев преподает в Самарском медуниверситете и работает врачом в поликлинике. В течение дня общается с большим количеством людей. Рассказывает, как только появилась возможность, записался на вакцинацию. Уверен, прививка от коронавируса защитит не только его, но и его студентов и пациентов. Сформировать иммунитет от коронавирусной инфекции, так как я все-таки в первую очередь преподаватель и врач, и еще профессор. В Самарскую область поступила очередная партия вакцины «Гам-ковид-вак». Более 20 тысяч доз. Она уже доставлена в поликлинике. В первую очередь прививают медицинских и социальных работников, лиц с хроническими заболеваниями, работников транспорта, энергетической отрасли, сотрудников правоохранительных органов, работников сферы услуг. Но сделать прививку может любой желающий. Люди все отнеслись с пониманием. Идут все с удовольствием прививаться. Осложнений у нас никаких не было. Прививаем последние. В зависимости от вакцины, сколько нам поставляет вакцины, делаем по 90, по 70 вакцинаций в день проводится. Люди просто очень активно идут и записываются, и несут целые списки учреждений, организаций. У нас вот такая вот стопка списков. Записаться на вакцинацию можно по телефону горячей линии 122 или позвонив в поликлинику по месту жительства. Также можно оставить заявку на портале госуслуг. Там создан специальный раздел «Лист ожидания». Даже при отсутствии электронного расписания можно записаться на вакцинацию, и как только препарат поступит в поликлинику, желающие будут приглашены на процедуру. Всего в регионе привито более 43 тысяч человек. Из них завершили вакцинацию свыше 6,5 тысяч. Виктория Шаре, «События».